«Колесо природы» – такое название получил экомарафон по сбору и переработке старых автомобильных покрышек. Сдать любые типы шин можно рязанскому переработчику. Предприятие изготовит из них резиновую крошку и изделия из нее. Это резиновая крошка различных фракций. Вы видите, что были изношенные шины, которые хаотично заполняли все пространство, необходимое для жизни человека. В итоге мы в дальнейшем ее будем использовать для благоустройства. Также получается фракция более мелкая, которая также вторично используется на различных предприятиях для изготовления новых резинотехнических изделий. Шины имеют токсичный химический состав и отнесены к отходам 3-4 класса опасности. При нагревании они выделяют вредные вещества в воздух и почву, проникают в грунтовые воды, отравляя окружающую среду. Экологи напоминают, что относительно контейнерные площадки старые шины нельзя. Они не относятся к твердым коммунальным отходам. И региональный оператор в рамках договора по обращению с ТКО их не вывозит. Любой житель нашего города и любое предприятие может сдать шины на переработку по указанному адресу в наших сетях. Да, это бывший завод, территория комбайнового завода. Привозите, просто складируете, и с вас никто не будет брать деньги за утилизацию. Потому что, согласно законодательству, вы должны, как загрязнитель, заплатить за утилизацию опасных типов отходов. Юридическим лицам очень рекомендуем, настоятельно рекомендуем заключать договор и акт приема-передачи, потому что в дальнейшем, договор их ни к чему не обязывает, но в дальнейшем при отчетности за движение отходов, в журнале движения отходов необходимо отразить данный путь отходов. По условиям утилизации автопокрышки нужно самостоятельно доставлять рязанскому переработчику шин Rubber Dust Production по адресу улица Промышленная, 21, литера А, Н1. Все шины в период проведения регионального экомарафона принимают бесплатно. Он будет проходить до 1 декабря. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».